самого раннего возраста родители учат своих детей соблюдать правила дорожного движения. Не разговаривать с незнакомцами, не брать из их рук конфеты, игрушки, фрукты. Этот свод правил необходим в первую очередь для безопасности. Ведь соблюдая их, можно сохранить жизнь и здоровье. На встрече с воспитанниками летнего лагеря университетские сотрудники УВД, ГИБДД и инспектор по делам несовершеннолетних были приятно удивлены. Малыши без затруднений отвечали на вопросы полицейских. Машинки видите? Нет. Правильно у нас расставлено? Нет? А как должно быть? Давайте, давай. Как должно быть? Пожарные 01. В форме викторины сотрудники полиции узнавали, знакомы ли ребята с правилами безопасности. Первое задание было выполнено с легкостью. Воспитанники лагеря очень быстро находили правильные ответы и получали за это призы. Второй этап викторины вызвал у многих затруднения. Назовите участников дорожного движения. Их три подсказка, три участника. Кто назовет три, тот получит приз. Третий этап – угадать сказку и рассказать, почему нельзя поступать так, как главные герои этих историй. Только на экране появлялась картинка, ребята очень быстро объясняли, что происходило с тем или иным персонажем. Мораль сей басни такова – всегда соблюдай правила безопасности, подчеркнули сотрудники полиции. Потрясающие маленькие дети, которые знают абсолютно все. Вот, мы с ними поиграли, провели несколько игр. Вот. Они нам сами много чего рассказали по безопасности, они все знают и соблюдают. Вот. И необходимо, конечно, проводить такие мероприятия, вот, направленные на профилактику детского травматизма, то есть и напоминать детям о безопасности, что можно, что нельзя. На вопрос инспекторов, мечтают ли ребята стать полицейскими, все ответили утвердительно. Воспитанники лагеря пригласили сотрудников полиции к себе в гости еще раз, ведь проведение таких совместных уроков – большой опыт. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».